В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шератон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Средние доходы на душу населения в Башкортостане в апреле составили 23 836 рублей. Это почти на 2000 больше, чем в апреле прошлого года. В то же время реальные доходы, согласно официальным данным Башстата, выросли почти на 9%. Доходы стали расти после двухмесячного падения. Так жители Башкортостана могут в месяц себе позволить купить 562 килограмма хлеба, почти на 4% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года, либо 486 килограммов риса, здесь рост на 13,5%, почти 600 килограммов сахара, плюс 25,5%, 676 литров бензина, здесь уже спад на 1,5%, 50 килограммов сливочного масла, здесь минус почти на четверть. На автозаправочных станциях компании «Башнефть» в шестой раз с начала года подорожал бензин. Повышение коснулось только двух марок АИ-92 и АТОМ-92 на 10 копеек. Теперь они стоят 35,90 и 36,50 соответственно. Новые цены действуют с 26 июня. В предыдущий раз в розничной сети «Башнефти» переписывали ценники в конце мая, когда все виды топлива прибавили в цене 20 копеек. По состоянию на конец 2016 года сбытовая сеть «Башнефти» насчитывает 536 действующих автозаправочных станций, также 116 партнерских станций в 11 регионах России. Информация о курсах валют, установленных Центробанком, на сегодня. Американская валюта оценивается в 59 рублей ровно, европейская – 66 рублей 8 копеек. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в Башкомснаббанке за 58,70, продажа в Быстробанке и Россельхозбанке за 59 рублей 9 копеек. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Социнвестбанке за 66 рублей, а по продаже в Россельхозбанке и Быстробанке за 66 рублей 9 копеек. В Башкортостане с 2018 года часть налога на имущество организации планируют зачислять в местные бюджеты. Сегодня он полностью поступает в региональную казну. Проект закона обсудили в Комитете по бюджетной политике Курултая Республики. Размеры для городов и районов отличаются от норматив. Это соответствует бюджетному кодексу Российской Федерации. Они должны быть едины для городских округов. Это будет 5%. И едины для муниципальных районов. Это будет 10% по предложению правительства республики. По подсчетам специалистов, муниципалитеты смогут ежегодно в общей сложности получать порядка 700 миллионов дополнительного дохода. Новшество призвано заинтересовать местные власти, расширять налоговую базу и привлекать инвесторов. Согласно прогнозу специалистов, проект закона примут уже 6 июля. И на этом пока все. Оставайтесь с РБК.